Всем приветики. Что делать, если у вас закончилась зубная паста, а новую вы еще не купили? Просто берете и разрезаете ее пополам ножницами. После чего там внутри, с той стороны, с этой, остается зубная паста, которую можно достать. Просто берете, вот, подковыриваете прямо зубной щеткой. И все. И достаете, и вон еще сколько зубной пасты там внутри. С этой стороны вон она. Хватит, чтобы зубы почистить. Вон сколько ее. Два раза можно почистить с этой стороны, наскребсти. На один, на, даже можно, наверное, с этой стороны наскребсти на два раза. И с этой стороны. С этой стороны даже и больше. Вон сколько там всего. Явно, что если... Вон там с того краешку достать, с правого и с левого достать. Это как раз примерно так заполнится. И хватит для того, чтобы почистить зубы. Ну или, ну, явно, что на один раз вам точно хватит. А на два уже как получится. Просто я уже отсюда уже достал и почистил зубы. То есть это уже второй раз. Я уже достал, почистил, а это на второй раз хватит. Вот. Так что, если у вас закончилась зубная паста, то вы можете разрезать упаковку и то, что там уже не выдавливается, наскребсти зубной щеткой. И вам хватит на то, чтобы почистить зубы. Вот. Такой вот лайфхак. Ну, даже еще можно, наверное, что все, не, уже не давится. Вот. Ну, на такой вот способ. Оно насколько уже на палец вылезло. Такой вот способ, как можно почистить зубы, если закончилась зубная паста, а вы еще не купили новую. Ну, а на этом все. Всем покедова.